Арктические регионы имеют огромный потенциал для развития туризма, спортивного, событийного, водного, экспедиционного, экологического и других, считает глава Якутии Егор Борисов. Свое мнение он озвучил на встрече руководителей регионов, членов Северного форума. Учитывая этот потенциал, нужно создавать условия для того, чтобы люди из других стран могли все это для себя открыть. Борисов добавил, что арктические регионы могут быть интересны и научному сообществу с точки зрения исследований глобального потепления и мамонтовой фауны. Научные исследования могут быть проведены в области геологии, моря, экологии, гидрографики. Поэтому нужно создавать условия для работы с учеными арктических регионов и других стран, пояснил глава Якутии. Кроме того, Егор Борисов, глава региона, который председательствовал в Северном форуме с 2011 по 2015 годы, отметил важность поддержки другими регионами, членами организации проекта «Дети Арктики», который направлен на применение лучших мировых практик в области детского дошкольного образования. А мы много предложений давали, приземленные, более приближенные, но, к сожалению, они в основном не учитываются. Поэтому не получится ли очередная программа, которая больше всего останется под сукном или где-то в другом месте. Это первое, что я хотел подчеркнуть. Второе, сегодня все-таки очень много разговоров идет о том, что программа везде, все по отраслям есть, а мы не можем выделить вот эту Арктику отдельно, и мы не хотим этого делать. Но Арктика – это абсолютно другой регион. Это абсолютно другие условия жизни. Это абсолютно другой образ жизни. А почему вдруг все хотите их свалить по отраслям и сказать, ребята, мы не можем? Потому что там есть маленькое, там есть маленькое, там есть маленькое, и все объединить не получится. И просто надо захотеть. Просто найдите возможность объединить это все в один регион, который называется Арктика.